только что из храма вышли сейчас, а вот началась буря. Вот я до дома добежал только, вон к голубятню, да опять раскрыло все. Шифер летит, падает. Сколько лет стоял шифер, хороший шифер, старинный. И как ломало его, падает и ровно пополам, пополам. Видишь, какой ветер. Потому что, а кому жаловаться? Это Господь Бог. Чтобы мы не хвалили, что мы богатые. А мы думали, богатые мы. А пока пришли, еще нет. И тут все раскрыто, глянь. О. Гляди как. Эти шиферины-то лежали тут, на досках, ничего нету. В ребезде. Давай, Владимир, старайся, там дождь идет. Вон. А интересно как. Бегут из храма. Володя тут заснял маленько. И шифер из дома. Прямо у Неонилы, при ней шифер. И хряс и полетел. Мальчики тоже полетел. С крыши? Да. И в ограде усыпан. Вот и все. А наша голубятня устояла. Ну, маленько там крыша побаловался ветер. Ну, сейчас не будешь же делать. И ветлина, вот ветлина большая стояла, хряснула, все. И наш шифер на дровах был, весь разметал, как щепки разнесло. Вон он валяется где. Шарик-то живой или нет? А там темно, буря. У Никиты там на крыше жесть, все завернуло. Вот она ветла какая. Рухнула. Обломилась и улетела. Но главное, что антенна целая, нетронутая. Для меня это очень важно. Свет погас сразу. Ой-ой-ой. Вон какой сучок обломило. Но это маленький, тут прямо деревья все полетели. Вот вокруг дома обошел, я сегодня с крапивой воевал. Вот она наша ветлина. Самая хорошая, большая была, гнилушка сломалась. А это стоит монументально. Шатается, крутится, но никуда не упала. Вот проверка Господня. Как ее крутится. А если упадет, там голуби могут погибнуть внутри. Там их штук 30 набралось. А ширина-то 2 на 2 метра. Многоэтажно. Все, деревья наклонились. Вон у Никиты на крыше. Жесть. Леша побежал в свой дом проверять, как он стоит у него. Бежу, бежит без шапки, без фуражки. Он там его, то ли рабочая, то ли кто, а вышли. Господь разметал все, чтобы не работали в святую субботу. Суббота для нас воскресение Христово. Надежды Василия не видать, а вся дорога-то усыпана обломками. Ну, в городе упало дерево, кто-то, людей много. Ну, нас бежали, я боялся, на кого-то дерево рухнет, то все. На одного жителя будет меньше. Вот это наша гора глиняная стоит. О, вон где. Оттуда идет. Вот сюда. Володя там работает.
А Володин дома стоял. Шифер не сорвало. О, откуда-то голуби взялись. Вот тебе на, их унесет. Что они делают? Вот Мария повела к себе домой. Наталья с Ильей. Только что из храма. Илюша сзади, там песок на дороге. Как у Бога все просто и как много. Вот так. Сейчас пойду интервью брать. Там кто-то стоит у стены. Володя, наверное, Андрей. Кто-то из детей, ну. Тоже вышли. Вот оно как. Деревья-то видно, как мотаются. Надежда Васильевна как тут устояла, не устояла. Вот уже четверо. Надежда Васильевна пока тихо. Хозяйки-то нету. О-о-о-о! Ну и как? А, подожди минутку, расскажи. Расскажи, как? Испугалась? Нет. Нет. Нет, а что, у людей хозяйство разносит. Ну щепки. Да. Шифер. У нас, главное, шифер стоял вот так вот, наклоненный-то. Каждую шиферину уроняла и пополам расколола, одну за другой. Там, того... там с крыши у кого-то, окна у кого выходят? На батюшку? Там что-то с крыши, по-моему, еще сделали. Еще сделал. То есть ждать только, как никто не полезет. Вон, смотри, снимает. Ой, вот за крыши летает. Вон, да я видел уже это. Вот дети вышли, ласточки уже летают, все. Им интересно, и страшно, и интересно одновременно. А нянила-то идет, а у нее прям при ней шифер с крыши срывает, грохот стоит. Я боялся, большие сучки и дерево на кого-то упадет. Да, ну мы за деревьями не шли, подальше. Вот они, пожалуйста. Смотреть им интересно. Интересно, конечно. А у нас, смотри, какая ветлина большая сломилась. Вон, вон она рухнула. Да, да, да. Видите? Да. А, вон на попе... Вижу, да. А, гнилая старая. Ну, вышка, ничего, и стоит. Голубятню раскрыла. Ага. А голубятню стояла. Ну, стояла. Высокая голубятня, красивая, правда? Да. Сюрреалистичная. И часто у вас такое бывает, ураганы такие. Да, вот а, я не знаю, когда последний раз такой был. Даже не помню. Может быть, лет 10 назад. Да он быстро, нет, это не циклон никакой, просто. Да, он быстро. Пронесся и все. Пролетит ветер. Дождик будет. Да, у меня сейчас. Может быть, дождик будет. Ну что, напугались? Здорово были. Транспорт открылся. Глянь, какое движение открылось по Теряевке. А, пожалуйста. Ой, ну классно. Классно ли? Ну ладно, пошли смотреть. Дядя Володя там. Идите к бане, посмотрите, помогите ему. А можно мне тоже? Идите, бежите. Бежит, даже юбка за ней не поспевает. Быстро. Ветерок. Что-то братья там исследуют. Где даже провод, наверное, оборвало, раз нет. Здесь нету провода. Вот. Вон они идут провода, вон которые высокие. -то. А там что ты сделаешь? А вот этот столб, у него провода внутри. А у нее не было проводов. А, не было. А вот он. Дело в том, что если было там, где
самая станция понижающая, они там отключают и все. Потому что провода обрывает и может человека убить. Все. А вон смотри еще. Еще вышли посмотреть. Арава вышел, поглядеть. Ну, вот это сюда летит. Так может тогда хоть дождик принесет, а то ветер есть, это ждет. Дождик нет. Должен быть. Вон там идет. С бугра. Катится. Братья поехали проверять, где электричество отключило. Вон они машут. Видела, нет, Маша еще делает. Маша как машет руками. Сейчас так она вот так. Вон, вон, выглядывает. Гляди, гляди. Сейчас она такая. Вон там молния. Митинговала. Руками над головой она плясала. Вон они там. Ласточек сносит. Ласточка. Сдувает их ветром. Ну что, не разметала дом-то? Ну у тебя-то крышу не сорвало? Нет, слава богу. Провод оборвало. Нет. Вон, видите, там провод висит. Нет, это сопли валялись. Вон они где. Сейчас прибегут. Там ветка прямо на дороге упала, всю дорогу вот так. Да, везде он на ней попадает. Хорошо, что не на человека. Да. Вот двое проехали, третий это братья родные, Валентинины. Их шесть сыновей. Ну все что? Здесь? А? Все здесь? Одного шесть. Нету, кажется. Один где-то на заработках приезжает, хочет тоже поселиться. Здесь, кажется, четверо. Двое даже не знаю. Ну что, испугались? Ничего, так ветерок. Каждый знает, чем займемся в понедельник. Да. Я же говорю, я знаю, что будем делать. Я знала, я знала, я знала. Ну что, Виха, напугалась? А там еще, у какого-то дома крыша затрещала. Ага. А я видела, как с крыши шифер покатился. Да, это у Анилы. Вот как Господь силен наш. Силен Господь и всемогущ. Вон дядя Леша убирает ветки с дороги. Это нет, это они такие были. Правда? Да, это со старого. А вот здесь? И здесь такие были? Ветлина упала вон, видишь? Вон она повалилась. Нет, нет, ого, повалилась. И вон там еще оборвали с обеих сторон. Нет, они так были. Это не оборвали. О, все проверяют. Сестры решили пройти. Можно, можно, полежите на сене. Пока дождя нету, на сене можете полежать. Можете на сене полежать пока. Давайте. Давай, Мария, не стой, валяйся. Ого. Куда-то туда, он к березе положить рядом. Пособирайте веточки, помогайте. Вон веточки все соберите и отнесите дяде Никите. Ой, лесовета вышла. А? Русская красавица, как она. О. Вот тут Мария Королева разлегла, как королева. Наталья фотографирует. Эх, на сене, но новой траве. Вот люди-то, когда увидят, скажут, вот это да, буря была, повалило сколько людей.
Не забудь, потом мне отдашь снимки. Да, да. Видишь, как они воркуются, все ли советуют. Ой, там стекло вылетело. Вон, Гриша, вон. О, там вот эта железяка подлетает. И что? И что? Мы видели, когда... Там уже шиферки. Интересно, да? Марина, света нету, он холодный. О, Егора завертела, Верта, наверное. Погнала его. Егора ветром покатила, видать. Куча какая, слава богу, муж душ пройдет. Пахнет как. Вон какое небо-то черное какое, смотри. Давайте, собирайте, кормите пасту свою. Конечно. К нам сейчас, наверное, дождик придет в гости. Обязательно даже. Где дождь, там и гром. Как отдых. Представьте, буря только что прошла. Сено вчера скосили. И ребятишкам тут поваляться есть. Вот, пожалуйста. Все гости наши здесь. Вот они куда. Кто это тут? Степа, там твоя сестра! Здравствуйте! О, кто тут едет? Елисавета вторая. Нет, это Елисавета первая. Вторая приехала с Канады. Смотрите, постояли маленько-то и захватили кого-то. Вот как им интересно тут. Знаете, Тихонович, а можно я расскажу, ну, как это страшно? Ну, надо молиться, что Господь наш такой сильный, и Он нас пощадил. Ни одно дерево на нас не упало. Будем Бога благодарить сейчас. За трактором усыпилась Елисавета и едет. Все стихло. И, пожалуйста, уже и солнышко начинает светить, как будто никогда ничего и не было. Как дверью хлопнуло в церкви-то.
мне показалось, что-то упало. А там эта звездка на крыльце была, там кусочки маленькие звездки. Ну, может быть и так. Главное то, что мы целые остались, ничего не повредилось. А там все синева. Кадниково, 12 километров, там дожди чаще идут. О! Трясогузка. И никуда ее не унесло. Сидит тут у нее гнездо, видать. Ну-ка, открывай, давай, зайдем. Что тут есть? Там вон какая-то материя лежит, посмотри. Под лестницей. Надо искать. Дверь не хлопать. Ой, все, тут ничего не видать. Вот они какие ластощата уже. Держи. Ну, готовьтесь кормить пасту свою. Готовимся. Давайте. Это буря. Буря, скоро грянет буря. Что тут у нас, свету нет. А мы этого не боимся, у нас печка, разжигай. А куда ты их берешь? Хлеба, потому что... А их не, у своих сухарей нету? Есть. Ну а зачем тогда берешь оттуда? Что, убирать? Ну, можно, конечно. Вы сначала свои. Мои это НЗ, неприкосновенный запас. Хорошо. Они, по-моему, недосушенные. Ну, положи обратно. Потому все. Что вот. Все время плита была светлая. Я когда нужен, по одному дам. Да. Так, что мимо посыпешь, сейчас по одному. Ладно. Я же сказал, мешок неприкосновенный. Ладно. На самый крайний случай. Хорошо. Я во всю зиму готовил. У нас тут хватает и пампушек, и пирожков.